Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим роллы, начинка которых будет салат с крабовых палочек. Итак, для приготовления нам понадобятся крабовые палочки, огурчик, молодая кукуруза, не обязательно бондюэлевская, просто у меня из морозилки закончилась, поэтому пришлось купить. Так, пачка риса, 3 отварных яйца, сама бумага нори и майонез. Начинка готова, все нарезано. И сейчас сделаем рисок, заправим его яблочным уксусом. Я сейчас покажу. Я сделала вот такую заправку для риса. Значит, 50 грамм воды, 4 чайных ложки уксуса яблочного 6% и чайная ложка сахара. Рис уже готов. Отправляем сюда заправочку. Перемешиваем и все. И начинаем делать роллы. Итак, на целый лист нори положила рис тонким ровным слоем. Как вы видите, не до конца, потому что мы будем закручивать, и как бы нори будет склеиваться у нас. Так, значит, теперь возьмем крабовые палочки. Так, положим. Хоп. Затем огурчик. Вот так. Теперь положим яйца и кукурузу. Наверное, снимать не буду, просто мне неудобно. Они так маленькие. А я положу и покажу, как это будет выглядеть у меня. Ну, вот такая вот красота у нас получается. И сейчас маленький слой майонезика. Ну вот, совсем у нас все супер. И теперь будем скручивать. Так, берем, подгибаем. Прижимаем хорошенько. Мочим нори, чтобы нам склеить наш ролл. Продолжаем дальше. Ну, в принципе, вот так наш ролл готов. Теперь подбиваем бока. Вот так. И все. Следующий. Вот такие веселенькие, интересненькие роллы у нас получились. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.